Друзья, привет! Сегодня я хочу поговорить о детском закаливании. Если вы переживаете о том, что малыш ваш часто болеет, или вы хотите закалить его иммунитет, тогда это видео для вас. Поехали! Для начала я хочу успокоить самых мнительных родителей. Если вы думаете, что закаливание – это обливание холодной водой, или купание в проруби, или, может быть, хождение по снегу босиком, то можете успокоиться и выдохнуть. Это совершенно не так. Закаливание – это комплекс оздоровительных, методически повторяющихся мероприятий, направленных на повышение устойчивости иммунитета организма неблагоприятным воздействием окружающей среды. В первую очередь, к холоду. Именно от переохлаждения чаще всего возникают простудные заболевания. Это основной фактор возникновения простудных заболеваний. Вся методология закаливания опирается на 4 кита. Земля, воздух, вода, солнце. В основе методов лежит тренировка приспособительных возможностей организма ребенка путем дозированного воздействия методов, перечисленных только что. Благодаря такому воздействию происходит перестройка процессов терморегуляции организма, позволяющего организму малыша быстрее и безболезненнее реагировать на изменения условий внешних, без вреда для здоровья. Итак, давайте немного остановимся на процессах, которые происходят в организме человека под воздействием холода. Итак, эти процессы можно разбить на 3 стадии. Первая стадия – сужение сосудов кожи и слизистых оболочек верхних дыхательных путей. При этом кожа бледнеет и сокращается разница температуры окружающей среды и температуры тела, что сокращает теплообмен с окружающей средой. Вторая стадия – стадия адаптации. Сосуды кожи расширяются, повышается температура тела, увеличивается кровоснабжение, то есть активируются все защиты организма. Третья стадия, самая печальная, это стадия воздействия холода или жары. Давайте рассмотрим холод. В этой ситуации, ну и в принципе и в жару, защитные силы организма истощаются. Если мы говорим про холод, то кожа обратно бледнеет и увеличивается вероятность переохлаждения и, соответственно, получения неприятностей в виде болезни. Так вот, у незакаленного или ослабленного малыша стадия под номером 2, стадия адаптации, может отсутствовать как класс, что в свою очередь сильно сокращает возможность избежания заболеваний. Если проводить регулярные тренировки с закаливанием, то у малыша начинает постепенно появляться вторая стадия адаптации, при этом возможности увеличения просвета сосудов вырастают, соответственно, улучшается терморегуляция, приток крови, появляются какие-то защитные барьеры. И это все способствует чему? Тому, что ваш малыш начинает меньше болеть. Но правильное закаливание должно проходить с соблюдением обязательных принципов. Принцип номер 1 – это индивидуальный подход. Каждый малыш – это индивидуальность со своими манерами и особенностями. И, соответственно, если малыш категорически не приемлет какой-то метод закаливания, не стоит его к этому принуждать. Возможно, попробуйте его заинтересовать в игровой манере, какой-нибудь шутливой форме. Если ему это понравится, то продолжайте такую методику. Не понравится, переходите к другим вариантам закаливания. Второй принцип – систематичность процедур закаливания. Процедуры закаливания должны проходить изо дня в день, и неважно, какое сейчас время года – зима это, осень, либо весна или лето. Данные процедуры должны стать образом жизни малыша. Помните, что эффект от закаливания достигается достаточно долго, а при этом теряется за несколько недель. Третий момент – это постепенность воздействия. Помните, что не стоит совершать резких скачков при переходе от более мягких процедур закаливания к более интенсивным. Смотрите на реакцию ребенка в таком случае, когда вы, допустим, переходите от процедуры обтирания к процедуре обливания. Не стоит это делать резко. Это касается также и длительности процедур закаливания. Если вы закаливаете ребенка каждый день в течение минуты, это не значит, что через месяц вы будете закаливать своего ребенка в течение 2-3 минут. А может быть, кто-то подумает, что можно и 10, если он выдерживает 2-3 минуты. Следующий пункт – это безопасность. Ни в коем случае не допускать перегрева или переохлаждения малыша от чрезмерно длительного действия процедур закаливания. Помните, что в случае преувеличения такого вида воздействия вы рискуете получить что? Или кого?
больного ребенка. Следующее правило – это положительный настрой малыша. Проводите закаливание в игровой форме. Только в случае заинтересованности ребенка вы получаете положительный результат. И последнее правило – это комплексность. Закаливание имеет максимально положительный эффект только в комплексе с другими составляющими здорового образа жизни. Это и режим питания, и режим сна, это определенное количество физических нагрузок в день и прочее-прочее, так что имейте это в виду. Часто я встречаю вопрос, а с какого возраста можно заниматься детским закаливанием? Те же самые Никитин, например, говорят о том, что закаливание с малышом можно начинать как можно раньше. Но только при двух условиях. Первое условие, когда родители сами к этому готовы и сами проводят закаливание. И второй момент, это, естественно, обязательная консультация лечащего врача. Ну а на сегодня все. Если вы хотите услышать о методах закаливания, пишите об этом в комментариях. А также ставьте пальчики вверх этому ролику, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Ну а я с вами прощаюсь, впереди еще много всего интересного. До новых встреч, друзья. Пока!